В Новомихайловском городском поселении продолжается капитальный ремонт дорог. Асфальт уже есть на улице Колхозной, Мостовой, в переулке Цветочном. Пообещали заасфальтировать и участок дороги в Плехо, где жители неоднократно поднимали вопрос о плохом состоянии дорожного покрытия. Анастасия Быч продолжит тему. Это еще подсыпано. А если представляете, сверху вода течет, это все смывает. Я уже не говорю, когда лето, а зимой тут вообще невозможно поднимать. На улице Горной в Плехоне пройти не проехать. Сами жители утверждают, дорогу не ремонтировали почти 40 лет. На просьбу о помощи никто не откликался. Тогда люди сами стали решать проблему. Почти 10 лет отдавали на ремонт собственные средства. Неоднократно обращались с просьбой нам хотя бы вот, ну, сделать небольшой ремонт, потому что с возрастом мы как бы теряем физические силы, и все это становится и материально накладно. Мы просто уже не могли освоить такой объем работ. Ну, во-первых, местность горная. Вода течет обычно сверху вниз и постоянно подмывала дорогу. И нам приходилось регулярно поддерживать такой вот порядок. Как говорится, дождались. На последнее письменное обращение администрация обратила внимание, и уже сейчас по улице Горной начали ремонт дороги. Дорога очень узкая, поэтому ее не асфальтируют, а заливают бетоном. В прошлом году было запланировано, депутаты утвердили, и в этом году включили в программу бетонирование этой улицы. Поскольку асфальтирование, ну, очень сложные условия для асфальтоукладчика и техники пройти, было принято решение забетонировать эту улицу. В конце концов, мы дождались этого праздника. Дорога – это же артерия наша, поэтому чем лучше дорога, тем у нас будут и соседи хорошие, и гости хорошие будут к нам приезжать. И настроение. Да. И настроение хорошее будет. В апреле уже отремонтированы несколько участков улиц в Новомихайловском поселении. Недавно завершились работы по улице Кавказской, где дорога была расширена и заасфальтирована. Вот так она выглядит сейчас. Ну, эта дорога была очень старая и выполнена в гравийном старом исполнении. И так как здесь рельеф неровный, во время сильных дождей ее постоянно размывало. И по просьбе жителей она была отремонтирована, включена в программу капитального ремонта дорог Новомихайловского городского поселения и отремонтирована. Из бюджета на ремонт дорог было выделено более 10 миллионов рублей. Сейчас в Новомихайловском завершаются работы на улице Новой и уже начали асфальтировать участок широкой щели. Уже начинаем готовить задел на следующий год, то есть готовим дефектные акты, готовим сметы. Будем уже планировать участвовать в федеральных программах по дорожному строительству. Ну, возможно, какие-то средства будут выделены из края. Капитальный ремонт дорог продлится до начала курортного сезона. Плановые работы продолжатся осенью. Анастасия Быч, Дмитрий Гришин, Аркадий Коваленко, телеканал «Орленок ТВ».